Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки интересных силиконовых приманках от компании BAT. Моделька у нас называется Crazy BAT Byte под маркировочкой U130A. Данные силиконовые приманки имеют длину 13 см. В упаковке поставляется в количестве 2 штук. Ну, так называемый можно назвать комплект силиконовых приманочек. Идет в комплекте одна джиголовка, жестко впаяна в нее крючком. Можно рассмотреть, наверное, сразу в оснащении данного виброхвоста. Очень сразу видно, качественно изготовлен сам виброхвост. Имеется очень классная детализация в виде чешуи, плавников всевозможных и так далее. Очень упитанное тело у данного силиконового виброхвоста. Очень объемная приманка. Постепенно переходит, соответственно, тело в такую вот очень большую по площади пяточку. Пяточка у нас мясистая, увесистая. Эластичность виброхвоста очень отличная. Оснащен непосредственно из коробки такой вот джиголовочкой, жестко впаянным в нее крючком. Крючок довольно-таки острый. Джиголовка сама изготовлена в виде формы рыбьей головы. Скажем так, продолжает данное силиконовое тело приманки. Имеются здесь 3D-глаза. Жаберные крышки, соответственно, имитация. Имеется такая вот вогнутость на джиголовочке, на данной. Причем можно видеть, как плотно садится все подогнано здесь. Приманку я не снимал. Так же, как я понимаю, здесь имеется крючок непосредственно самой джиголовки в нижней части для фиксации данной силиконовой приманки. Верхний вот точно чувствуется, в нижней, да, тоже есть. То есть, если я не ошибаюсь, 2 крючка вверх и вниз смотрят, чтобы у нас силиконовая приманка не сползала. Изготовлено все это очень качественно. Данный комплект отлично подойдет для ловли, конечно же, щуки в первую очередь. К сожалению, производитель не указал вес данной джиголовки вместе с виброхвостом. Кому будет интересно, я пишите в комментарии, вес я укажу. Специально взвешу, если кому-то будет это интересно. Ну, так ориентировочно, на скидку где-то порядка под 30 грамм это все будет весить. То есть, приманка довольно-таки тяжелая. Отличная силиконовая приманка, могу порекомендовать. Особенно новичкам. Но, опять же, если снасть позволяет бросать такие веса. Данные силиконовые приманочки можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.